Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Бестиариум. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы продолжаем играть, и у нас сейчас 4 глава «Время загадок». Так, покрутить не нужно, нет? Надеюсь, здесь не придется на бегу все делать. В панике. Так. Это что такое? Это будет пытаться нас убить? Первый вопрос, который у меня возникает. Так, дверь. Дверь, которая не открывается. Я даже не знаю, можно ли проходить через это свечение. Опачки. Я как раз и подумал об этой двери, что она похожа на ту, которую мы уже видели. Так, ничего не изменилось здесь. Эта решетка по-прежнему... Нет, стоп. А, подождите, это мы внизу. Там у нас еще одна решетка, да? Давайте просто посмотрим, попробуем пройти через это освещение. Потому что, если честно, я не знаю, что делать здесь. Разве что поговорить там с кем-то. Но мы не нашли ни лекарства. Правда, алмазы есть все, которые в колье можно собрать опять, наверное. Для Ольги. Что ж игра так подлагивает? Ну, попробуем. Так, подождите, а это вообще невидимая стена? Вопрошающий, с которым можно поговорить. Ну давайте попробуем. Oh, I am so happy you are here. Do you want to know who I am? Do you like riddles too? I love them. I am the Riddle Man. Do you want to go? Try to solve three of my riddles. Ready? Here is the first one. It lives when you feed it. But if it drinks, it dies. Do you know what it is? Find it and show me. Come on, it's so exciting. Накормишь, вырастет, а напоишь, умрет. Ой, ребята, что-то такое знакомое. Но перед этим хотел бы сказать, что я заметил. По-моему, разработчик вообще русский. Разработчик, который называет себя Фазан, по-моему, он русский. Но почему-то перевод на русский язык с английского у него не совсем правильный. Что странно для русского разработчика. Я не понял, подождите, нам нужно принести ему или ответить? А ну-ка, еще раз, можно? Накормишь, живет. Напоишь, умрет. Он мне говорит, видимо, принести и положить здесь. Что-то так такое, ребята, знакомое. Накормишь, живет. Напоишь, умрет. Вот именно в данный момент, конечно же, у меня все прям из головы повылетало. Что это может быть? Булочка с корицей. I think I know the answer. Or no. Wait a second. I have to look this up in his mind. Yes, I was right. But if I tell you... It won't be interesting. Ребята, я понял. Огонь, я вспомнил. А, выбрать ответ. Я как раз только что я подумал, а как же огонь можно принести к нему? Огонь. Так, что теперь? Просто прийти к нему? Накормишь, живет. Напоишь, умрет. Это старая загадка, с детства ее помню. Ну, из головы просто вылетела. Exactly. It seems that I've... Piqued your curiosity. Here is the second one. I walk down a road made of copper, but if I stop, I disappear. Who am I? Еще раз. I walk down a road made of copper, but if I stop, I disappear. Who am I? Иду по дороге из меди,
только остановлюсь, исчезну по дороге из меди. Что из меди сделано? А вот эту загадку, если честно, я даже не помню. Такую загадку я, по-моему, никогда не слышал. Цветочный горшок? Нет. Давайте подумаем. Электричество. Электричество, ребята. Вот, электричество. Действительно, логично же. Все-таки голова еще варит, в конце-то концов. Несмотря на поздний час. Из меди. Провода из меди делаются. Вот в чем дело. Again, you are right. So it is time for the last one. I can be hot inside, and cold a moment later, and empty in just a second. I can be hot inside, and cold a moment later, and empty in just a second. Значит, он может быть внутри горячим, через секунду холодным, а через секунду пустым. Душ, возможно. Помните эту детскую загадку? То холодный, то горячий, то висячий, то стоячий. Довольно-таки своеобразная загадочка. Так, подождите, а где у нас был вообще... Стоп, подождите, а где у нас душевая была? Лампа через секунду холодной быть не может. Да и пустой, хотя если считать отсутствие света пустотой, в принципе, ну да с натяжечкой только, потому что лампа остывает довольно долго. Она не может через секунду стать холодной. Ага, здесь же ведь душа нету, здесь только туалеты. Может быть кран? Нет, раковина скорее может быть горячей, холодной и пустой. Ну-ка, давайте попробуем. В принципе, если желание, то можно еще раз пробежаться через трупов. Но у меня такого желания нету. Потому что там реально лабиринт. Я не знаю, как у меня получилось наугад просто оттуда выбраться. Wrong answer. I'll repeat it one more time. Давай. I can be hot inside and cold a moment later and empty in just a second. Ну тогда кран, я думал раковина, но в принципе, что раковина, что кран, это то же самое. В раковину вода горячая поступает и холодная. Через секунду вода вытекает и все, и кран, раковина пустая. Так что здесь уже и то подходит. Ну, попробуем кран. Вообще-то, правильно он называется не вопрошающий, а загадочник. Yes, it is the right answer. Ну да, в принципе, подходит и то, и то. Ты сказал три загадки. Засранец. I know I promised only three. You can go, but promise me that someday you will come back and we will play again. Да я в принципе не против. Я люблю загадки. Так, все, теперь можем проходить. Красная комната. Красной комнатой назывались раньше комнаты для проявки фотографий. Are you from the guard? Good. You won't get any help from these bums when you need it. And regular people like us definitely need help right now. Давайте спросим про убежище. I can let you in, and you can wait out the attack here.
but in return, I will need your help. A girl named Alice lives in one of the houses in the courtyard. Да, знаю. Ей лекарство нужно. She needs to take Fenistin every few hours. I don't know whether she has enough reserves to ride out the attack. So take this medicine and give it to her. After that, you can wait out the attack here. Договорились? Ну как-то это слишком просто взять и отнести. Алиса. Может быть, нужно взять его в руки? А я и не могу, в принципе-то. Слушайте, а что же делать тогда? Вот Фенистин в руки я никак не могу взять. Я думал, возможно, кинуть его здесь нужно или что. Ну давайте пойдем и скажем ему, что Алиса нам просто не отвечает. Возможно, он даст нам ключ, чтобы открыть ее дверь. Может быть, ей плохо? Нужна помощь? Так, смотрите, здесь уже открыто. Получен предмет. Можно это прочитать. Катахана. Похоже, это отрывок из описания какого-то чудовища. Катахан – небольшое чудовище, быстро передвигающееся на четырех лапах, и избегает яркого света. Способно использовать отражающие поверхности в качестве порталов. Думаю, это стоит запомнить, скорее всего, мы его встретим. И фонариком сможем его таким образом отгонять. Рецепт морковного пирога. Похоже на рецепт чего-то вкусного. Зачем он здесь? 4 куриных яйца, 2 моркови, натереть на мелкой терке, 7 ложек сахара, муки и молока для нужной консистенции, 1 час в духовке. Слушайте, ребята, я хочу переписать этот рецептик, но, наверное, сделаю это за кадром. Я хочу попробовать приготовить этот пирог. Я люблю готовить. Так, прекрасно. Нам нужно где-то код будет узнать. Подождите, кажется, я уже знаю, где нужно код взять. Само собой, не просто так здесь этот рецептик. 4, 2, 7, 1. 4, 2, 7, 1. Банально. Во, я думал, дверь откроется вообще-то. А, ну, тоже дверь, только не та дверь. Прикольно. You humans are such cuties. You're like me, but primitive, too conservative, with an overcomplicated hierarchy and a thirst for violence. Well, actually, you're not like me. Всеобщая вера в революцию. Есть уже начало революции, товарищ Ленин. Ключ. Ключ наверняка от решетки. Так, а здесь у нас что? Так, это где мы находимся сейчас или что? Непонятно, что это за место, если честно, отмечено. Так, а еще я слышал какой-то звук.
вот это пятно здесь было или нет? Я его не помню, если честно. И того пятна не помню. Я, пожалуй, не буду убирать фонарик. Нам ведь сказали, что то существо, как там его, Катахара? Катахана боится яркого света. I suppose you want to know how long I will be in your head. No? Well, I will leave you soon. The world is too interesting to sit underground. Sometimes we accept what we've got used to as the only possible state of affairs and don't even try to break out. That was kind of an allusion to your kind forced to live underground. It seems that I messed up this hinting stuff. I wanted to say that you always were ideal opportunists. It helps you survive, but I know it's not enough for you merely to survive. You need more. You're researchers, same as me. So don't just sit there. Слушай, Лакрус, не указывай мне тут. Мне не нравится, когда в моей голове заводится кто-то неизвестный. У меня там своих тараканов хватает и без тебя. Ну, вроде здесь достаточно светло. Так это очередная ловушка, да? Так мы дверь не откроем, само собой. Нет, откроем. Ага, вот это уже не открывается. И это не открывается. Понятно, выбора нет, нужно идти туда. Ну, давайте посмотрим. А мы здесь ничего и не можем сделать. Я думал... Придется решать головоломочку какую-то. Так, ну здесь, пожалуй, уже возьму фонарик. Налево пойдешь, люлей гребешь. Направо пойдешь. Все равно гребешь. По-моему, открывается только та дверь, которую я первую пытаюсь открыть. Или мне так... Стоп. Три из двух. Все-таки головоломка, ребята. Видимо, три из двух дверей оказались правильными, да? Давайте попробуем еще раз. Сразу направо пойдем? Или нет, подождите. Попробуем сейчас так. Так. Только первая дверь оказалась правильной. Окей. Хорошо. Если так... Первое, подождите, это вот это считается или уже та? Ладно, раз, допустим. Два. Три. Четыре. Ну, пускай будет вот так. Вот нужно было туда, видимо. Здесь вот сюда.
Здравствуйте, приехали. Ну, видимо, правильно, но... Или наоборот, неправильно. Я боюсь этой темноты, ребята. После того, что я прочитал про Катахану... Я теперь боюсь. Так, сохранение это хорошо. После этого лабиринта... Глава 7, Катахан. А вот теперь мы точно его встретим. До этого я только подозревал и боялся заранее аванса. Но теперь-то я уже точно знаю, что мы его встретим. Ой-ой-ой, только не разбейся. Нет, все нормально. Так, Катахан, не подходи, у меня есть фонарик. Я умею им пользоваться. Тихо-тихо-тихо. Так, нам наверх по-любому. Я думаю, мы будем в безопасности под источниками света. Быстро, быстро к свету. Или туда. Но там тоже есть фонарь, поэтому, думаю, можно посмотреть. Ничего здесь нету. Блин, мое любопытство меня погубит, ребята. Так, надо как-то по-быстренькому бежать от лампы до лампы. Просто я не знаю, спасемся ли мы, допустим, вот здесь, на свету. Пока что его в принципе нету. Фермер Григорий? Stuck in my farm during the attack. How unlucky, right, Strudel? No, of course I won't let you in. Почему не впустишь? The closest shelter is M13. You can get there through the guards clinic. Well, to go there, you'll need to use the elevator. And to use the elevator, you need me to activate it. And before I activate it, I want you to kill that little scum crawling around here. It scares Strudel. Ты про Карахану? But you're already there, so take care of it. Что это такое? Используйте шокер, чтобы убить Катахана. Шокер? Старый прибор, созданный для того, чтобы видеть чудовищ, пришедших из других миров. Первая версия была создана почти 100 лет назад, вскоре после ухода людей с поверхности. Эта модель новее, ей около 10 лет. А вот и шокер. Так, как тебя? Я думал, нам от нее убегать надо, а нам наоборот ее искать нужно. Вот что-то вижу красное, но непонятно, это... Такое ощущение, что это что-то вообще не то. Фермер Григорий, ну ты... Ой-ой-ой. Фу, какая мерзость. Может, она наверху там? А, вот, да, это реально она. Эй, ты куда? Она использует отражающие поверхности, чтобы телепортироваться. Да, вспомнил я, что мы читали. Слушайте, а как же ее тогда... Если она убегает, как ее поймать-то? Эй, как бы ее загнать куда-то в тупик? Это значит, я ее убил или нет?
Сейчас исчезнет, да? Блин. По-моему, она бегает по одним и тем же местам. Это я не понимаю, я успел вообще? Слушайте, может быть, перехитрить ее, спрыгнуть на нее сверху? Ага, здесь перила, мы не сможем. А что здесь наверху? Давайте посмотрим, раз уж мы здесь. Черт его знает, что здесь. Ну, я думаю, я просто убьюсь-напросто, если попытаюсь здесь... Ага. Не придется даже пытаться. Ой-ой, так. Опять она переместилась. Наверх. Слушайте, ну там лужа есть. Там она быстренько переместится. Бегом, 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 где ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Слушайте, ребята, это реально сложно. Я тупо догнать ее не могу. Если бы, к примеру, включить свет возле каждой этой лужи, чтобы она просто не могла никак телепортироваться. Слушай, я тебе сейчас дверь просто выломаю, и все. Если будешь выделываться. Радуйся, что согласился тебе помочь. Григорий, блин. Бегом, 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 бегом. Вот мы слишком медленно бегаем. Смотрите, она быстрее. Ну, блин, аж вроде... И опять она там. Слушайте, а может быть все это заскриптовано, и мне нужно определенное количество попыток совершить, только после этого у меня получится. Мне бы здесь свет зажечь. А я могу фонарик использовать? Да, но тогда я не вижу ее. Слушайте, а что если фонарик... оставить здесь. Вот тут. Я могу так поступить? Нет, я могу его только взять. Да, не могу я никак его бросить. Стоп, эй-эй-эй, а очки... Ну ладно, будем пытаться еще раз. Я не знаю, как по-другому. С другой стороны, залезть я туда никак не могу. Отсюда тоже никак не залезть нигде лестницы. Или есть лестница? Подождите. Нету, нету лестницы, поэтому в другую сторону его погнать я никак не могу. У меня выбора нет, просто опять-таки лезть туда. Долбаная... Катахана. Эти. Ну, смотрите, как медленно мы бежим. Ну, как так можно ее поймать, а? Ну, ой, я ведь... И опять она там. А что если, когда она сюда упадет, мне не прыгать за ней, а побежать в обратную сторону? А, давайте попробуем так поступить. Я не знаю, что делать, ребята, честно. Get out of here. Я тебе сейчас дверь выломаю, нечего мне указывать. Не говори мне, что делать, я не скажу, куда тебе идти. Григорий, блин. Засранец, дал же мне задачку такую, а? Почему нельзя эти лужи высушить, банально? Давай, падай, падай туда.
Фух, я это сделал. Что мы получили? Коготь Катахана. Коготь, извлеченный из внутренности чудовища, известного как Катахан. По крайней мере, оно не агрессивно, не пыталось нас убить. Ну, это было, конечно, на удачу. Просто я упал на него и в воздухе успел тяпнуть. You've killed the scum? If yes, bring me a piece of it. I'm not gonna believe a stranger who wanders the streets during the attack. Держи. Oh, wonderful. Give me back my taser, and I'll let you go to the elevator. I'll activate it. Да не вопрос. Так, фонарик теперь обратно нужно взять. Супервизор у нас остался, кстати, ребята. Прикольно. Возможно, он нам понадобится еще. Хорошо, к лифту идти. А лифт это где? Вот туда, что ли? Или туда, или туда. Столько вариантов, куда пойти. Так, не, я даже не хочу проверять, что здесь находится, ребята. Здесь слишком темно. Может быть, стоит одеть все-таки эти очки, и мы еще кого-то увидим. Ну-ну-ну, выбирайся. Жаль, что прыгать нельзя. Мы играем, видимо, калекой, который не умеет прыгать. Судя по всему, топать нужно сюда. Вниз? Я думал вверх. Клиника гвардии. Ну, клиника, конечно, меня пугает. Я еще не знаю, пугает ли меня гвардия. С гвардией мы еще не сталкивались, но клиника меня пугает. И, ребят, раз уж здесь прошел автосейв, давайте, пожалуй, мы здесь и прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.